Синхронность поведения криптовалютного и фондового рынка настораживает. Индексы Dow Jones на американском фондовом рынке снизились почти на 5% всего за один день 5 февраля. Для Dow Jones потеря 1175 пунктов стала историческим рекордом. Одновременно с этим обвал продемонстрировал и рынок криптовалют. Цена биткоина опустилась до отметки 6050 долларов. Во вторник, 6 февраля, фондовый рынок стал возвращать позиции. Dow Jones вырос на менее 0,5%, а биткоин вернулся к отметке в 7000 долларов. События показывают, что между криптовалютным и фондовым рынками существует корреляция волатильности.